Кошечка Маша. По окончании первых недель волонтер ожидала больших результатов. После недельного лечения в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой у кошечки Маши, той самой запущенной девочки с дач, пока улучшения нет. Девочка по-прежнему вся в корках, купания, обработки и капли большего эффекта не дали. Остается надежда на вторую прививку, и очень надеется хозяйка, что нам все же удастся приобрести капли адвокат. Видимо, без них никуда, хоть и дорогие, но что поделать, ничего как-то в последнее время не помогает. Друзья, пожалуйста, помогите, все капли очень дорогие. Пораженных животных этой заразой становится все больше. Для нас это большая сумма. Но больных обработать все же надо. К слову, Машенька далеко не единственная кошечка, которую нужно обрабатывать. Про собак уже вообще молчим. Там ужас, если учитывать их размеры и, конечно же, их вес. Животным очень нужна ваша помощь. Мы понимаем, что про капли и таблетки для обработки это уже не первый пост за последнее время, но как-то результатов и эффектов не было, поэтому мы, что поделать, может быть и надоедаем, но повторяем о насущных наших проблемах, куда нам от них деться.